Воспитатель просила закопать кровь в снегу. Ребенок, за которым, по мнению родителей, в садике не доглядел воспитатель, рассказал, как произошла травма. Напомним, инцидент случился в одном из дошкольных учреждений Златоуста. Когда мама пришла забирать ребенка из садика, то увидела, что у сына нет зуба. Как рассказал мальчик, он играл на площадке с другими детьми. Побежав, у него слетела шапка на глаза, и он ударился об железную конструкцию. Но вот как на это отреагировал воспитатель, родителям кажется просто недопустимым. Взяла меня за шкирку, за капюшон, это повела к сугробу, начала эту полную перчатку снега набрала и прям в рот заталкивала. То есть она тебе снег в рот толкала? Да. А ты его глотал? Ну, немного попадал. А потом что она попросила сделать? Потом она меня заставила это убирать кровь, закапывать. По рассказам мамы, так ребенок бегал на улице еще полчаса. Позже ей позвонила старший воспитатель и сообщила, что ребенка нужно забрать. Приехав, женщина сразу же отвезла сына в травмпункт, а позже написала заявление в прокуратуру. Указанное представление рассмотрено в образовательном учреждении с участием помощника прокурора города. По всем доводам представления проведена проверка, в ходе которой доводы представления нашли свое подтверждение. С педагогическими сотрудниками МАДОУ «Детский сад номер 137» проведен внеплановый инструктаж «Охрана здоровья ребенка на прогулочных участках». Прокуратура проверила работу воспитателя, но мать мальчика планирует добиваться увольнения педагога и выплаты компенсации. Вместе с общественниками женщина уже готовит исковое заявление.